Большая приватизация. 1992 год. Россия. Бывший СССР. Все были равны и все были нищими. Но при этом все было общее. Чтобы разделить все между всеми, каждому дали по ваучеру, который стал эквивалентом части этого всего. Части, причитающейся каждому гражданину. Началась великая приватизация всея Руси. Но мог ли понять человек, что такое ваучер, если прежде он никогда не сталкивался ни с такой бумагой, ни с частной собственностью? Начали люди смотреть вокруг. Вроде и варианты есть, и выбор, значит, тоже есть. Но выбор – штука сложная. Вот и начал народ ваучеры в меру разумения своего расходовать. Кто на наперсточников нарвался, кто за бутылку водки отдал, кто вместо долга соседу, а у кого и просто отняли непонятную бумагу. И все тут. Но были и те, кто понял, что времена меняются и пора участвовать в настоящем акционировании. Но кому надо, чтобы народ умничал и чего-то там понимал? Народ должен играть в наперстки, пить водку и не мешать умным людям делать настоящие дела. Какое еще акционирование, если все на всех поделить, то что нам останется? Миллионы Оль и Коль так и остались нищими. А наперсточники стали олигархами, владеющими сейчас всей нашей огромной страной, владельцами роскошных яхт и вилл. Кто не успел, тот опоздал. Всенародная собственность перешла к ним. Труды поколений и поколений. И никто так и не понимает, как такое могло произойти. Потому что тогда все было правильно и справедливо.